наш Филимонов готовится к выходу, настраивает его тренеры, и вот парень пошел. Право магнит. Очень легко. Я из Румынии. Первый подход 150 килограмм. To draw all the lifters' attention. Asia Kodem, Shayat Vilia Razvani Romania, 153. First, Filipinov Sergei, 155. Next, Ilya Razvani. 155 килограмм вес штанга. Вот жесткое указание тренера, парень должен поднять вес. Ну, давай, Филя. Все за тебя болеют, все хотят, чтобы ты справился с этим весом. Ты поднимал его, и ты должен справиться. Филимонов установил новый рекорд Европы, вот Илья на помосте, 157 килограмм, интересно, покорить ли это, или это только красивый ход.
are going on with the competition. No interval at all. We are starting. First, Ilie Razvan, Romania. 187 килограмм идет борьба за толчок. Он за сумму двоеборья. Уже, по-моему, ясно, что победителем стал Илья Манов, Россия. Так, 187 килограмм. Переход для спортсменов до 20 лет. Итак, Филимонов готовится. Возьмите в зале. Доктор Ноздрин дает последнее наставление. Пробивает спортсмена, дает микрофон. И Армен Иванович Налбандян провожает атлета на помост. Итак, 192,5. Так, интересно, что сможет сделать атлет. 92,5 килограмма. Хорошо, держи.
Симонов и становится победителем России в толчке. Отличная сумма за его. Сборная команды России Долбандяна Армена Ванесовича. Вот третий спортсмен становится победителем европейских соревнований. Вот он устал. Сидит, отдыхает, он радостный. Усталость и радость на его лице. Несколько слов для программы «Здоровье. Какая Россия!» Тяжело было выступать? Нет, нормально. Нормально? Отлично, отлично. Как дома, так и здесь. Да. То есть не посрамим честь России на чемпионате.